Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 12i. И сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел батареи. Здесь мы выбираем отображение процента заряда. И либо ставим галочку, либо ее убираем. И, соответственно, либо процент исчезает, либо появляется. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.